Друзья, всем привет. Сейчас почешем за ВК-коиновских ботов. Ну, потому что ВК-коин — это очень перспективная валюта, наверное. Вот, поэтому это актуально на сегодняшний день. Всем привет. Появился новый бот, позволяющий накрутить ВК-коины. Ну, как пишут, никаких специальных навыков не потребуется. Просто напишите боту спин, без кавычек, и вы накрутите коинов. Напишите еще раз и накрутите еще раз. Ну, короче, вот такой бот. Сейчас посмотрим, что это. Пока еще вообще по нулям здесь все. Посмотрим, работает или нет. Здесь то же самое написано. Накручивать вы какой на нашем боте. Просто напишите бот спин. Написать бот, туда ссылка. Подписчикам группы будет накрутка больше. Если коины вдруг не пришли, значит, у вас кончился баланс у нас. Но не переживайте, мы скоро его пополним. И коины снова будут крутиться. Также у кого излишек коинов, можно пожертвовать их боту. Понятно. Так, короче. Смотрим, что тут есть. Там какая-то фигня. В общем, ничего, ни комментариев пока. Все по нулям. Посмотрим. Это бот накручивает ВК коин. Тут просто напишите боту спин. Без кавычек. Вы накрутите коинов. Напишите еще раз. И накрутили еще раз. Если коины не пришли, значит, у нас баланс ноль. Но мы исправим. Ну, круто. Так, что нужно спин, да, написать? Ага, не хочет. Маленьким надо писать. Блин, сложная задача. Ух ты. Ёжик выскочил, как крутануль. Вам должно быть переведено 10 коинов. Крутаните еще. Если ничего не поступил, то, вероятно, у нашего бота закончились коины. Но это ненадолго. Понятно. Ух ты, еще собачка. А, ну крутится, да. Коины в натуре. Спиннер. Ну посмотрим, посмотрим, сколько чего приходит вообще. Тут уж писать-то будет, может, все что угодно. Гифки потом посмотрю. А здесь уже не прислали гифку. Гифки кончились. А ну вот та же. Машинка. Так, ну короче, 15 коинов, здесь 10, здесь 5, здесь 13. Ну, в принципе, неплохо, учитывая то, что я ничего вообще не вкладывал. Просто тупо писать спин, да, и смотреть картинки. Я, конечно, не фанат спиннеров. Но я фанат коинов. Вот так вот. Ага, я так понял, это мне все, что ли, больше не будет, я так понимаю. Ну, короче, заколебся писать. Посмотрим, вообще что-то приходит оттуда. Так, а, да, обновить надо. Ага. Переводы есть. Не знаю, я не буду считать, конечно. Но переводы имеются. То есть четенько так. За минуту. Нифига. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь переводов за минуту, короче. Я не буду считать, сколько коинов, но я думаю, около 100. Ну, в принципе, неплохо. Не знаю, сколько этот проект проживет. Вообще, надо посмотреть, сколько денег у этого типа. Кстати, мы с ним общались когда-то. Он у меня даже в друзьях есть. Ну, там просто как раз что-то мы какой-то бот тестировали вместе. Там несколько человек должно было, типа, быть. Как беседе. Квиз, по-моему.
Ну, что-то там, короче, ничего не случилось. Такого. Не удалось нам заработать. Ну, короче, 999 тысяч 481 коин у него. Ну, там, в принципе, есть ссылка для пожертвований. То есть, по идее, можно там, наверное, пожертвовать, и будет проект дальше работать. Ну, может, и мы пожертвуем, посмотрим. Вот, все, всем пока, спасибо за внимание. Такой бот, попробуйте, посмотрите. Ссылка будет в описании к ролику. Вот поперло так поперло.